Глава Подмосковья Андрей Воробьев вручил митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию орден за заслуги перед Московской областью первой степени. У нас есть еще один уникальный человек, который большую часть своей жизни посвятил спасению душ и добрым делам на территории всей нашей страны, но особенно в Подмосковье. Это человек, которого знают в каждом городе, сказал, вручая награду, губернатор. В рамках благотворительной акции «Декада милосердия» в Видном прошла традиционная социальная ярмарка, на которой можно было купить сельхозпродукцию по достаточно низким ценам. А волонтеры видновских школ номер 4 и 5, участники благотворительной акции «Милосердие», помогли инвалидам и ветеранам донести купленные продукты к остановочным пунктам или к дому. В период с 30 сентября по 30 ноября 2015 года в соответствии с муниципальным контрактом проводятся работы по капитальному ремонту участка дороги внутри населенного пункта поселения Володарское Ленинского района от дома 4 до дома 34, частный сектор. Будьте внимательны при выборе маршрутов движения. Многофункциональный центр напоминает, в поселке Развилка изменен график приема специалистами по предоставлению государственных и муниципальных услуг в режиме одного окна. Дни и часы приема каждый понедельник, четверг и пятница с 9 до 17 часов.